Всем привет, с вами Флеер, и это мое новое видео. Сегодня я подобрал топ-5 машин, на мой взгляд. Опять же скажу то, что это только мое мнение, и оно может не совпадать с вашим. Ну что ж, не будем тянуть, приятного просмотра. Пятое место в нашем топе занимает эта машина. Попала она сюда из-за того, что она бесплатная и у нее есть турбо. Для дрифта она не очень подходит, но для того, чтобы добраться от одной точки до другой, она идеально подойдет. Повторюсь, она бесплатная. Четвертое место в нашем топе занимает этот мотоцикл. На четвертое место он попал за своей цены, которая составляет 45 монет. Для дрифта он вообще не подходит, потому что он неповоротливый. Но все же он быстрый, и опять же цена у него маленькая. Третье место в нашем топе занимает эта машинка. Почему машинка? Да потому что она маленькая. На самом деле это моя самая любимая машина, и я на ней постоянно катаюсь. Вот так вы можете отличить меня от фейков. Кстати, хотите ли вы, чтобы я сделал ролик про то, как отличить меня от фейков? Если да, то пишите в комментарии. Эта машинка маленькая, на ней можно подрифтить. Цена не такая, что и большая, 125 монет. В общем, очень классная машина. Второе место в нашем топе занимает эта быстрая машина. Эта машина действительно очень быстрая, красивая, но у нее достаточно большая цена, которая составляет 200 монет. Кстати, насчет машин. У моего друга вышел ролик там, где мы устроили гонку. Он получился очень классным и достоин вашего просмотра. Если у вас будет желание посмотреть это видео, то заходите в описание, там будет ссылка. Так, на чем я остановился? Ну и конечно же первое место в нашем топе занимает это Формула-1. Это достойное первое место, потому что она и дешевая, и очень быстрая, вроде бы это самая быстрая машина в игре. Да и тем более она очень хорошо подходит для дрифта. В общем, если вы только скачали Chicken Gun и не можете определиться с покупкой машины, то покупайте эту машину. Вы точно не пожалеете. Всем привет, спасибо то, что досмотрели до этого момента, я старался над этим роликом. Я думаю, если вы поставите свой лайк и подпишитесь на мой канал, то будет справедливо. Ну и в принципе все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи и всем пока.